Всем привет, с вами команда Carp Today. Сегодня мы хотим с вами поговорить о специальной ночной флуоресцентной краске для маркирования. Компания Gardner сделала новую серию своей фирменной флуоресцентной краски, которая называется Glow Pro Plus. Она намного ярче светит, чем предыдущая версия, и нужна для того, чтобы нанести эту краску на леску и ночью ловить на одной и той же дистанции. К примеру, мы днем нашли себе точку, знаем ее дистанцию. Ночью, чтобы ловить на этой дистанции, мы отмотали на маркерных колышках, перенесли эту дистанцию на катушку. Дальше берем эту краску, мажем ее на леску, даем высохнуть где-то примерно минуту. Отрезок можно нанести длиной 3 сантиметра, даем подсохнуть и все. Чем эта краска лучше, например, чем маркерная нить? Если вы сделаете пометку с помощью этого лака, то он никак не препятствует проходу лески через кольца. Ваша леска будет лететь ровно, не цепляясь за кольца, как это делает маркерная резина. Также эта краска не двигается по леске, то есть где вы ее намазали, там она и остается. И также ее очень легко стереть, просто ногтем подновили, и она слезет у вас с вашей лески. Но при забросах она держится очень прочно и не слетает. Эта краска очень хорошо светится ночью. Вот так вот она ярко светится. Поэтому вы с легкостью сможете останавливать полет лески во время заброса. С вами была команда Carp Today. Все товары представлены в нашем обзоре. Вы можете купить в магазине carpshop.ru. Подписывайтесь на наш канал, задавайте нам вопросы в комментариях. Всем привет!